Всем привет, с вами Тимофей. Я по-прежнему болею и по-прежнему играю в Soul Random. Вызов прекрасный. Что может быть лучше? Мне тут родную землю не дали взять. Ну ладно. Не подведу. Какие-то сиськи против меня. Часто ли вам приходилось драться с сиськами? Защищайся. Все для победы. Так, ну все нормально пока. Мы просто забираем крипов. Буду вовремя. О, надо и сейчас написать. Чувак куда-то делся. Выпад! Так, теперь, раз я не в лесу, то топор мне не особо нужен. Так. О, ВДВшника поймали. Защищайся. Вызов прекрасный. О, я тут ничем не помогу, наверное. Первую кровь отдали теньки. Ну, в принципе, нормально так. Не самое страшное, если можно было случиться. Не подведу. Воу-воу-воу, крип не успел, блин. Крипа не успел отхитнуть. Оп. И этого крипа не успел. Да, плохо ближникам крипов восхитить. Что может быть Оп. Лучше дуэль? Буду вовремя. Эй, как это он выжил? Так, возьмем приток. Не подведу. Ой, что там творится? Теперь успею. Демонолог ходил, гулял. Атакуй. А не хочет, что ли, ВДВшник со мной его атаковать? Ладно, я понял. Всем похрену, да? Чао, я ускоренный. Ладно, все, не буду лезть. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пока, чуваки. С ума сойти, как я выживаю. Ну, держись. Золотой мастер. Ага, на ВДВшника пошли. А он не видел, что я убегал от ВДВшника? Череда побед. Блин, я его не смогу помочь. Вот что делать, если пришли в твой лес толпой? Получается, что пока нечего. Во всех смыслах ты проигрываешь. Ну нажал же, ну. Стоять. Сволочи. Ган. Приготовься к смерти. Время не ждет. Простите. Золотой мастер. Очень долгий телепорт. Не удержись.
Простите еще раз. О, ловушка. Череда побед. Пыш отсюда. Обменялись ловушечкой. Правильно, беги отсюда. Нечего смотреть, как крипы дохнут. Ауч. Какой ты раненый. Не подойду. Защищайся. Да, блин. Дурацкая ловушка. Ну, вот они, напарники, кормят прекрасно. Просто малорики. Кормушки ходячие. Золотой мастер. Лес не успевает забирать тоже. Мы лес воруем. Прекрасно. Защищай. Как-то все пока плохо. Нашу голду никто не берет. Да блин, крипы, ну что вы все шотные остаетесь вечно, задолбали. Золотой мастер. Не подведу. Защищайся. Я что, должен леснику напоминать, кого бить в лесу? Эй, чувак, тебя башня бьет, ты в курсе? Блин, а неужели выживет? Рискованно. Очень рискованно. А, карты спасли. С ума сойти. Да, это было круто. Изучил на ходу не то, что надо, ну и ладно. Да кого ты бьешь? А башня? Он меня ударил, а башня его бить не стала? Охренелись, что ли, блин, разбойчики? Вообще уже охренеть. Защищайся. Не подведу.
Первый штурм. Ни гангов, ни лес не забирает. Что за мудак? Сергей, блин. Мудак Сергей. Ни гангов, ни леса. Мудак Сергей. Забудь о замесах. Мудак Сергей сольет любую игру на ВДВ. Играть он не будет. О, лягушка под башней. Ну-ка, ну-ка. Буду вовремя. Что может быть лучше дуэли? Не успел пак появиться, его уже сперли. Охренеть. Вот они. Замесы у них. Да, бить даку разумно. Кого еще гангать, кроме как даку? Случайно нажал на меня тень. Незаменимый боец. Буду вовремя. Голды нет. Приготовься к смерти. Поумерь, ты. Удар, еще удар. Интересно, а где все? Двойной удар. Череда побед. Так, ладно, Сергей, ты отправляешься. Сергей в игноре. А я-то думаю, что за хуйня? Тогда все понятно. ВДВ был в игноре, ВДВ оправдывает свой игнор. Тухой Сергей, идиот. Любую карту вам сольет. Самый тупой идиот Сергей.
Его выгнал Артабахти скорей. Что может быть лучше дуэль? Угощайся. Как раз телепорт у меня сейчас будет. Ну, демонолог потом еще. Прикрыл маленько. Эх, тенька. Могла бы толкнуть меня. Вместо этого. Так, я знал, что там замес. У меня глаз есть тень. Череда побед. Приготовься к смерти. Незаменимый боец. Буду вовремя. Угощайся. Ох ты, гад. Ну ладно, заберу просто пах. Все для победы. Теперь уйти. Что может быть лучше дуэль? Буду вовремя. Приготовься к смерти. Сейчас ВДВ дурак ворвется. Нет. Не подведу. Теперь успей. Для победы. Выпад. Не подведу. Атакую. Времени ждет. Приготовься к смерти. Отлично. Били без смерти и в замес. Ну, сойдет.
Начинаем рано по героям. 14 тысяч я. 21 га, нихера себе. 13 Мойра. 26 ВДВ. 6,5 хилка. Всем спасибо, всем пока.